узнал Машу Дрокову как пресс-секретаря движения «Наши»? Наше движение, цель которого является сделать Россию глобальным лидером 21 века. Россия! Россия! Представь, что есть один человек, там, от которого зависит, да, будет ли у тебя в жизни так или иначе. И только от его настроения там зависят такие вещи. Девушку с большой грудью, чтобы общаться с журналистами либеральными. Поэтому, конечно, это было такое реалити-шоу, да, для всех, для нас. То вот как, что будет с Машей, если там мы станем каким-то кругом ее общения? И по большому счету, да, это реалити-шоу, в какой-то момент стала реальная драма. Движение – это жизнь, другая жизнь. Маша, беги оттуда, Маша, уходи. Я готов пожертвовать своим образом жизни ради того, чтобы это было. Я уверен, что многие скажут мне: ребята, не теряйте время здесь.